Это было в далекий сентябрь, когда с деревьев облетает листва. Евреев Майнца вели на расправу, что в костре все сгорели дотла. У костра уж собрались зеваки, мужики, бабы, дети, собаки, поглазеть на веселое диво и вернуться в кабак, выпить пиво. По дорожке, ведущей к огню, повели всех евреев из острога. И толпа тут кричит улюлю, получайте за нашего Бога. Палачи быстро взялись за дело, все ждут стоны и крики из тела. Но нежданно из пламени повесен полилась чудесная песня. Надлежит восхвалять нам Владыку, что не сделал нас подобными народам мира, что не дал он такой нам судьбы, как у несчастной этой толпы. Эту песню услышали мы, дети тех, кто сгорел на рассвете. И сегодня, стоя у стены, мы поем ее нашим детям. Надлежит восхвалять нам Владыку, что не сделал нас подобными народам мира, что не дал он такой нам судьбы, как у несчастной этой толпы. Надлежит восхвалять нам Владыку, надлежит восхвалять нам Владыку.